Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Сейчас на странице 51 мы выполним задание под номером 1. С помощью учебника заполни таблицу «Водные богатства нашей планеты». И в первую колонку мы должны будем записать богатства, которые имеют естественное происхождение, а во вторую – которые созданы искусственно. Водные богатства нашей планеты составляют океаны, моря, озера, реки, каналы, пруды, водохранилища. Океаны, моря, озера и реки имеют естественное происхождение. Итак, реки, моря, океаны, болота, каналы, пруды, водохранилища люди создали искусственно для своих хозяйственных нужд. Итак, созданы искусственно каналы, пруды, водохранилища. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на нашу группу в социальных сетях.